Всем доброе утро, 4:22. Мы на новой развязке, которая поведет нас на Керчь через Крымский мост. Многие люди с флагами приехали. Вот такая вот колонна 4:30 поедет на Крым. Вот уже впереди флаги поднимаются. Вот такая гордость за нашу страну. 43 километра, и мы на мосту, я так понимаю. Первая, как бы, блокада снята, так сказать. Да, на Керчь! Ура! Росавтодор и Клава сразу же, федеральная. Отлично. А, еще табло, кстати, оформлено камерами, так что... О, понимаете. Смотри, как красиво, то есть оно оформлено. Да. Так, прошло уже 20 минут в пути. Возглавляют колонны две единицы спецтехники. Автодор, я так подозреваю. Поэтому едем вот с такой, к сожалению, скоростью. 45 км в час. Итак, мы подъехали к Тамани по параллельной дороге. Была уже развязка работающая. И вот осталось совсем немножко, 27 минут до открытия моста. Едем дальше, посмотрим, будем стоять перед мостом или нет. Доброе утро, друзья! Мы находимся на открытии стройки века Крымский мост. Крым наш, уже как 4 года. Мы находимся на последней крайней развязке, которая еще не достроена. Однако очередь здесь прям с самого-самого утра. Еще чуть-чуть, и мы первыми проедемся по нашему долгожданному Крымскому мосту. Посмотрите, люди с флагами. Все патриотично, две колонны, нас вел автодор, спецтехника. И еще раз немножко панорамы. Прихвати, а! Захвати! Сейчас подойдем, посмотрим поближе на людей с флагами. Ой, красота какая! Вот это патриотизм! А ну стой! Короче, отойди, дай. Да давай там я тебя домой фотографирую, а ты кому? Люди, блядь, повезут. Девушка, привет. Крым наш. С добрым утром. Доброе. Ой, как здорово с флагами. Надо дойти до начала колонны. Заснять. Ух. Ой, какая машина интересная. Ух ты. А что это за автомобиль такой интересный? Volkswagen. Ой, какая она маленькая. Это не электромобиль, нет, случайно? Бензиновый? Нет, те годы. А, это реконструировано. Ух ты. Это жучок, да, который? Обалдеть. Интересно, далеко там до начала. Все-таки интересно посмотреть. Пройдемте. Посмотрим, сколько людей подъехали одними из первыми. Прям вообще гордость берет. Посмотрим первых красавчиков, кто там проедет. Клин Крым. Ух. Добрым утром! Вот кто первым приехал к мосту. Тоже снимают. О, вот и начало пробки. Крым скоро будет наш, откроют наконец-то. И там вот спецтехника. С добрым утром, спасибо большое за Крым, за проделанную работу. Нет, пока Крым не посмотрим, никакого дома, конечно, прям за вами. Вот такая красота, друзья, настроение отличное, все на позитиве, все улыбаются, такое событие, наконец-то дождались, просто нет слов. Важно, спешить никуда не надо. Ребята, спасибо! От души просто. Ну что, поехали? Медам, ура! Друзья, спасибо! Каждого, кто сделал это, нажал на кнопочку лайка.
Не выключайтесь, транслируйтесь на слайд. Благодарю. Спасибо! Обычные просто. Ой, лучше я, наверное, зря выключаю все. Буду снимать, здесь, походу, смотри, тут сейчас самое экшен. Сколько охраны на этом мосту. Ух. Сейчас покажу. Ура, 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 ура. Россия, вперед. Ух. Все снимают, все забыли. Дверь. Тут у мужика улыбка на миллион, ты видел? Квадрик! Где? Вот он! Такой маленький! Хватай, поехали! Ура! Все, мы едем в добрый путь! Крымский мост! Да, да, в добрый путь! Счастливейший путь! Крымский мост! Итак, 19 километров счастья, то, чего мы ждали. Сделать этот путь. Мы проснулись сегодня в 3 часа ночи. Светлана просто вообще не смогла от переживания уснуть. Для того, чтобы попасть на этот Крымский мост и посмотреть на эту красоту, что там произошло. Вот просто мы приезжали сюда до этого. Мы получили информацию о том, что его откроют 15 где-то мая. И она оказалась правдой. Ой, все. Говорила, конечно, больше разговора, потому что 9-го, но вот сейчас это просто огонь. Света, да. Ты счастлива? Да вообще, чуть ли слезы не текут от такого события, это просто огонь, нереально, да? Да. Можно тоже аварийку воткнуть и поехать. Все, начинаем на аварийке. Все, Крым ставьте, наш. Ставьте лайки, не стесняйтесь, люди, все просто делается от души. Да, вы видите, Рика сколько Пустина, нас от души, спасибо. Мы сегодня побьем, это будет просто орденно. От вас надо просто ставить лайки. Едем вот такой компании. Видно. Яндекс еще показывает перекрыто движение. Спят все в 5 утра. 620 человек. Да ничего себе, 600 в утро. Ух. Я просто в шоке. Но единственное, видите, люди заходят, которые не хотят нажать на эту кнопочку. Они потом для вас все будет хорошо. Едем, и посмотрите, едем, как уже в более хорошем качестве мосту. С голосом будет все нормально. Нет слов. Барнаулу привет. Ух, Иркутску привет. Лайк. Каждый день для вас море, черное, город, курорт, Анапа. Самые лучшие места. Да, отдыха на Черноморском побережье. У нас тут конференция в соседней машине. До 1000 вряд ли дойдем, но я уже счастлив, потому что едем, рекорд побит. Едем. Даешь 500 так, лайков. Сейчас скоро увидим уже встречные лайки. Поздравляем тех, кто открыватель. Так. Илья, спасибо, надо пойти. Пока не видно. Вот, сзади нас. Лайки, добрый лайки, путь. Лайки. Камеры работают, вот, предупреждаю, сразу штрафуют на все что угодно, от ремней там до скорости и прочее. Так что в добрый путь, друзья. А вот они, красавчики, навстречу едем, все, пересекаемся, сигналить надо, Юра. Поехали! Кайф, просто кайф! Ух! А вот и первые крымчане в Анапе. Ура! От души просто. Значит, там дорога есть. Ай, я не могу, столько эмоций. Все, связь падает, но не страшно. Мы, главное, встретили. Мы встретили, значит, мост существует. 823 человека на связи. Огонь! Ай, просто. Столько реально эмоций, просто такой драйв. Куда? Да. Едем как едем, кто спешит, проезжайте мимо нас. Вот и крымские да, вот потянулись, лайков было, все, конечно, пересеклись, круто. Достал, мне виднеются арки, и мы проедем по самому красивому лайков. Месту, связь, самому связь, такому примечательному на Крымском мосту, это страшно. Арки, под которыми будут сюда проходить так, ну, хорошо, я отключаться канал. Не буду, как будет, так общем, будет у нас Светлана. Ждем. Пошли, Стас, живые люди, байкеры! Вот они, молодцы, ребята, супер! Просто кайф! Я хирурга видел! От души! Молодцы! Крым наш! Праздник души просто! Вот они, байкеры! Ой, они ручкой машут, как мило! Поехали, обычные люди, наконец-то, да, байкеры проехали. Светлана, есть такое все. Дело, спасибо вам, что с нами. Наталья Ветова, спасибо. Скорость движения 30-40 км в час. Мы вот-вот начинаем приближаться к каркам.
Алексей Абрамович. У меня все открыто. И окна в дома, и окна в машине. Заходите, заходите. Вот это я понимаю, кайф. Не больше там 30 падает. Никто не спешит, все наслаждаются этим событием. Мы столько его ждали, столько людей наконец-то в него не верило. И вот это произошло. И зачем нам куда-то спешить? Мы все равно доедем, вот хоть как. Мы уже и, там, в Крыму. Там разъезжали, что ли, прорвало. Так, впереди уже Аркой. Все, вся Россия собирается. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь, стоит уч. Имею возможность, у меня просто мечта была вот прям вот вблизи увидеть арки. Не получалось никак попасть туда. Сколько пытался найти экскурсию там или еще что-то на Крымский мост, ну вот никак, вот просто не летит. Как низко, да, идет вертолетик. Нас снимает Россия 24, Первый канал, в общем, все, кто ведет прямой репортаж. Мы с вами сейчас вот вдалеке уже видим арки. Просто кайф, нереальный кайф. И мы уже почти эмоции подъехали к арке железнодорожного моста. И перед самими арком, что ой, есть, ой, есть ой, как что бы. Я вижу. Жалко. Жалко, мы с эфиром подъезжаем, ехали. Подъезжаем к арке. Смотрела. Ой, вообще. Вы знаете, сколько там машин. Друзья, это стоит лайка. Это серьезно стоит лайка. Мы поднимаемся, все, а, начался подъем на арочку нашу. Не переживаем, так сказать, мы уже снимаем видео. Нет слов, одни эмоции, просто эмоции, и это нереально круто. Сейчас у нас сеть обрубилась, сейчас едем, видео снимаем уже. А, вот и Крым, Крым наш, ура, Крым. Мы тоже к арке подъезжаем, сейчас буду показывать вам арку. Посмотри на эту конструкцию, просто. Просто мы въезжаем. Это какое-то нереальное просто. Ой, скромочки, она огромная, она действительно она огромная. Нереально богат. Друзья, вот посмотрите, какой масштаб. Она маленькая казалась, а вот вы посмотрите, какая бздюшка машины на фоне вот, вот этого вот сооружения. Это реально очень крутое сооружение. Ура! Это что? Блин, я хочу еще по сторонам смотреть, но не могу. У меня просто нет слов, Юр. Вообще, какая да. Она высокая громадина. Я просто в шоке. Какая она маленькая, короткая. Я думала, долго будем по ней ехать. Ну, ладно. Все хорошее рано или поздно кончается, да, к сожалению. Жалко, корабли под нами сейчас не проводят. Но, как есть, теперь можно ехать дальше. Крым наш, Керчь наша. В общем, уже все. Видно даже отсюда полуостров Крым. Я хочу сказать, все, спускаемся. Я, конечно, вот в детстве кадры. Был когда-то в Крыму. Вот. Кадры, кадры. Крым наш, Крым вдали. Мы спускаемся с арки. Не дают разгоняться. Арочка особо. Сзади осталась. Он, простите, видно, что грязное зеркало. Как бы, иди, едут машины. Я выведела все. Ну что, друзья, мы все в Крыму, потому что началась уже суша. Морскую часть мы проехали. Над водой. Все, теперь мы едем по суше, можно сказать. Все. Поездка закончена, можно на Анапу, да, обратно. О, нет, конечно, хочется, ну, хоть дух перевести после события. А вот уже крымская техника. Прям телевизионная, впервые такой вижу. Ура! Просто дорога в Керчь. Ой. Это было запланировано.